Ну а сейчас информация для тех, у кого все еще нет новогоднего настроения. В предпраздничные дни в Чебоксарах открылась выставка частной коллекции кукол-марионеток из Воркуты. Феерия кукол ждет вас в художественном музее. Добро и зло в кукольном обличье. Их легче различать в сравнении с миром людей. Принцессы обязательно добрые и красивые, ведьмы – злые и страшные, волшебники и гномы – где-то посередине. Герои кукольных постановок – приключения Пьеро, волшебные краски, северная сказка, принцесса цирка и многих других сказок из республики Коми поселились в этом небольшом выставочном зале художественного музея. Все они – авторская работа художника Бутафора и настоящего мастера своего дела Виктора Карпенко. Еще в детстве он самостоятельно начал мастерить марионеток и других кукол. Затем долгое время трудился в театральных мастерских и обучался профессии в Москве. Детское увлечение стало делом всей жизни. Куклы разные. Я не делаю никаких штампов. Если вы заметили, что даже лица, если взять вот девочек, мальчиков, они все разные. То есть образ я леплю каждый раз для определенной сказки. Детей, взрослых, я уверен, что когда взрослые смотрят кукольный спектакль, они тоже улыбаются, смеются и становятся добрее. Все декорации к постановкам вместе с образами кукол Виктор Александрович придумывает и мастерит сам. Герои с помощью рук мастера словно оживают на глазах. Они умеют не только двигаться и ходить. Некоторые из них даже способны выполнять акробатические трюки и летать. По словам коллег Виктора, юные зрители со своими родителями всегда остаются в восторге от увиденных зрелищ. Сценарии также придумывают и пишут сами. Когда бабушка рассказывает сказку на ночь своему внуку, внук засыпает, и ему снится сон про принцессу добрых сказок. И результат, конечно, к нему приходит гном, злой волшебник, детям нравится. Выставка плавно может перейти в спектакль. Все новогодние каникулы ребят будет возможность посмотреть сказку «Принцесса добрых снов». Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.